Как готовят карбонару современные итальянцы? Форму для запекания кладут маскарпоне. Вокруг выкладывают спагетти. Их заливают сливками, смешанными с желтками. Обязательно добавляют соль, оливковое масло и к сливкам сыр. Все смешивают и запекают 40 минут. Теперь нужно нарезать бекон и обжаривать его 7 минут на маленьком огне до появления золотистой корочки. Аккуратно его убираю и в этой же сковороде обжариваю мелко нарезанный лук. Готовые спагетти нужно перемешать, добавить обжаренный бекон, лук и посыпать сверху сыром. Подробные пропорции в инсте.